Всем привет! Доброе утро! Мы идем с Романом на спорт. У нас по субботам с утра баскетбол. И мы сегодня решили вас взять с собой. Не знаю, получится мне что-то снимать или нет. Но так, хотя бы чуть-чуть, в общих чертах что-то постараюсь вам показать. Роман, скажи привет. Всем привет, ребята. Скажи, куда ты идешь? Я иду с баскетбол на эту. На эту и в баскетбол. Идем на баскетбол. Он у нас здесь рядышком. На соседнюю улицу выходишь. У нас с балкона видно школу. И в школьном спортзале вот проходит наш баскетбол. В общем, идем. Ром, расскажи, любишь на баскетбол ходить? Угу. Получается у тебя в кольцо уже забрасывать? Угу. Да? Угу. Молодец. Кто сейчас еще приедет? Расскажи. Моя. Руди? Руди. Карина? Карина. Еще кто? Саша. Да, ты про Сашу забыл, что ли? Ты чего? Да. Как можно про маленького Сашу забыть? Пойдем. Да. Все, уже 10, слышишь? А? Церковь колоколит. Колоколит. Уже 10 часов, да, надо бежать. У нас сегодня так тепло, прям хорошо на улице. Я иду, вот курточка тонкая нараспашку и футболка под низу. Мне вообще не холодно, не знаю, сколько градусов. Ветра нет. У нас еще утро, не обращайте внимания, я еще там вся опухшая. Мы вот быстренько позавтракали и бегом. И бегом на баскетбол. У нас в субботу, как обычно. Но в прошлую субботу нам пришлось пропустить. У нас была уважительная причина, мы болели. А так, конечно, мы не пропускаем. Ромке очень нравится. С удовольствием ходит, да? У него друзья приезжают. Все. Ну и вот они там бесятся с удовольствием. Им нравится. Вот это наша Грундшули, это начальная школа. Она вот Давид сюда ходил. Прямо у нас с балкона ее видно. Ой, уже открыли, Ром. Тренер пошел там, смотри. Тренер наш пошел уже. А здесь уже начинается вот эти раздевалки начинаются, но мы туда никак не относимся. А вот дальше, как нам туда нельзя заходить, это от школы. А вот дальше сейчас здесь наш спортзал. Вот здесь спортзал начинается. Тренер бежит. Вот он наш спортзал. Пока никого нет, я вам так покажу чуть-чуть. Еще не совсем много народу, поэтому можно показать. Роман, раздевайся. Раздевайся. Нет, кроссовки не надо снимать. Шапку, шарф снимай и куртку. Давай. Покажи, как ты мячик кидаешь. Давай. Так это футбол получается. Ой, аккуратно, Ромка, ты что? Аккуратно. Ой, Ром, ты подальше отходи. Как ты кидал? Давай. Давай попадешь, иди. Смотри, Елена попадает. Давай. В понедельник лысый будет. Да? Наше младшее поколение, смотрите, топай. Ты мой золотой. Давай, давай, давай. Ну, мать, мячик там ему или что, давай. Все, нам завтра уже будет один годик. Это Каринин младший сыночек, Сашулька. Начал топать. Потихоньку топает. Там вот Рома, Руди играют в баскетбол.
нас новое упражнение. Тренер издевается, походу, над мамами с детьми и папами. Ромка идет потихоньку, на карачках, но идет. Пойдем сапельки вытерем. Сашин, пойдем. Пойдем, Горбушка. Карин есть. Дай мяч ребенку. Вот, юный баскетболист, весь мать. Дай только мячик и все. Хорошо. Иди садись. Там написано мячик в школу какой. Нет, там комната. Да, иди делай. Давай, Ольга. Молодец, Руди. Рома, иди кидай. Алена. Давай. Давай. Роман, что съел? Давай еще раз. Ну не так, вот так надо. Смотри, смотри, вот так. Хоп, туда. У мам тоже, видишь, не получилось. Хоп. Я. Давай, Рома. Угу. Давай. Закидывай, Ром. Ой, молодец. Попал, молодец. Все, мы вышли, отзанимались спортом. Вышли, побесились, довольные. Но теперь мы, наверное, больше не будем ходить, потому что он сегодня сказал, что вступает со следующей недели или со среды. Ну, в общем, в следующий раз уже надо будет обязательно не тест с собой иметь, а 2G. Это получается, кто переболел и у кого есть прививка. Тем только можно будет ходить. А у нас мы не переболели и у нас нет прививки. Поэтому мы, наверное... Ну, не наверное, а наверное... Не наверное. Рома цветов набрал. Вам Рома покажу. Цветочки набрал, показываю. Ой, ты молодец. А тут смотрите, какие цветочки возле школы растут. А, красивые. Это пчела забегает. Ну, это со школы посадили. Вот она, вход в школу. Груншули. Я... Начальная мам, школа. Мам, ау! Я хочу вам и дам эти цветочки. Ну, пчелки уже спят. Холодно на улице. Они уже спят в своих домиках до весны, да? Роман Александрович песни поет. Ром, как спорт был? Да, да. А, Ромаш? Да, 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 да. Как спорт был? Хорошо. Я тут нажимаю кнопки. Со мной пей. Привет еще раз. У нас все тот же день еще. Я выбежала, хочу съездить в магазин. Забыла, вчера закупалась, забыла купить молоко. Ну и теперь уже и мое там почти закончилось. Как бы я, кто меня давно смотрит, знает, что я пью с низким процентом жирности молоко. Вернее, я его не пью, я добавляю его только в кофе. И поэтому хочу сейчас съездить в магазин Ревы, купить молока, еще кое-что там по мелочи докупить, потому что у нас сегодня суббота. Завтра воскресенье, магазины не работают. И оставила пацанов, вернее, Давида смотреть за Рома. Не знаю, кто там за кем будет смотреть. Папа наш спит с ночи. Проснулся, покушал. Говорит, нет, пойду еще посплю. Ну, в общем, ушел спать. Так, еще что я хотела вам сказать. Техосмотр Саша прошел машины. Сейчас стоит 127 евро он заплатил. Это, по-моему, на 2 года он идет. По-моему, да. Обычно на 2 года. Ну, что еще? Какие новости? Кушать сварила. Вернее, там доваривается в мультиварке. Рассольник сварила сегодня. Давно уже не варила. Пацаны так себе не очень любят. А Саша прям любит рассольник. И поэтому он меня уже давно просил, чтобы я ему рассольник сварила. Решила сегодня сварить.
Давид как узнал, говорит. Сейчас я закрою там машину, подъезжай. Какой сегодня суп будет? Я говорю, рассольник. Это какой? Я говорю, как борщ. Он говорит, о, я такой не люблю. Ну, в общем, придется потерпеть, поесть иногда и то, что папа любит, не только то, что детки любят. Поэтому едем в магазин, закупаемся по мелочи. Карточку Саша заказал, кстати, но она еще не пришла. Поэтому мы пока без карты. Деньги нам потихоньку выделяют. Не так много, поэтому транжирить мы с вами не будем. Ну, с вами. Ну, я не буду. По мелочи купим все, что нужно, и домой. В общем, беру вас с собой. Поехали. Вот я закупилась в магазине Рева. Почти на 30 ора, 29 с копейками. Купила хлебушек вот такой. Не знаю почем. Честно, я не знаю цены, не смотрела. Вот это по 99. Кефир 4 штуки взяла. Потом захотелось вот таких малосольных огурчиков. Ойра с чем-то. Ойра 89, по-моему. Вот такой соус я беру для риса. Вот это мое молочко. 0,3% жирности. Это по ценам. 1,5%. 1,5% жирности. И взяла еще, как всегда, себе гречки. Ну, что-то она последнее время испортилась. Невкусная стала. Грязная какая-то. Раньше она была хорошая, сейчас что-то не очень. Надо будет как-нибудь в русский магазин мне выбраться и там взять хорошие гречки. Все, вся моя закупка. Едем дальше. Блин, мне еще столько сегодня делаю, что-то ничего не хочется делать. Надо ногти переделать. Надо там перегладить всего и целую кучу. Не знаю, столько дел и ничего не охота. Наверное, не буду ничего делать. Отложу все на завтра. А завтра воскресенье. В воскресенье тоже работать нельзя. Тогда не буду ничего делать, наверное. Ладно, поехали домой. Дома будем смотреть, что там будем делать и как. У нас, кстати, сегодня погода классная прям. Ни ветра, ничего. Так тепло-тепло, классно. А, еще мне нужно заехать заправить машину сейчас. Потому что я там посмотрела. Саша не заправился. Видимо, утром ехал, еще заправка была закрыта. И там на последнем издыхании бензинчика, ой, дизеля. Поэтому нужно заправиться. Ему в ночь ехать на работу еще. Сейчас заедем, наверное, с вами заправимся. И потом я поеду домой. Пока пацаны молчат, не звонят, можно съездить, значит, все нормально. Или папу разбудили. Ладно, поехали. Ехала на Шелку на заправку. Стоит цена на дизель Ойра 54. Е-супер. Нет, Е-10 вот этот. Ойра 63. И супер Ойра 69. Хотя сейчас на глобусе проезжала мимо. Там было дешево. Ойра 49 я посмотрела, дизель стоил. Другие не смотрела, только дизель так краем глаза. Ну, а там можно заправляться только карточкой. А карточки у меня нет до сих пор. Поэтому будем переплачивать. Иду быстренько сейчас заправлю машину и потом домой. Все, увидимся позже.